обращаем внимание, что Капризов не забивает в большинстве пока, но это тоже отдельный вопрос. Если будет Рига удаляться, станем разбирать, как работает ЦСКА в неравных составах. Ну а пока Кирилл Капризов действительно очень красивый гол, точно положил шайбу в ворота. И надо сказать, что второй матч подряд отличается с Торпедо. Ой-ой-ой, сейчас смотрите, 1-1. Вносят рижане. Тут нельзя отвлекаться на статистику ни секунды, потому что как только отправишься в бумаги, сразу получишь гол. Это был с Капризовым. Прямо сейчас быстро Рига сравняла. Да, смена после заброшенной шайбы, смена после пропущенной шайбы очень важна и показательна. И сейчас рижане показывают, почему. Причем удачный отскок от даже не от лицевого борта, а от стекла. Стекла, да. Да, неожиданно, но очень сильно. Шайба перелетела, отскочив от заградительного стекла, попала в конек вратарю ЦСКА и оказалась в воротах. Армейцы, получается, буквально в следующей же смене после пропущенной шайбы рижане отыгрываются. Роберт Липсберг это делает.